Единый день голосования приближается. И сегодня у нас в студии Анастасия Кудряшова, член территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом решающего голоса. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я уже сказал, выборы все ближе. И хотелось бы узнать о начале работы участковых избирательных комиссий, ведь это уже вот со дня на день начинается. Да. 29 августа этого года участковые избирательные комиссии начинают свою работу. Они начинают работу со списками избирателей, поэтому каждый избиратель может прийти в участковую избирательную комиссию и проверить нахождение себя в списке избирателей. Также 24 августа уже участковые избирательные комиссии обойдут всех избирателей, пригласят на выборы, уведомят о том, где находится избирательный участок. И все, собственно, всех мы ждем, естественно, в единый день голосования. Вы имеете в виду поквартирный обход? Поквартирный обход будет, да. Угу. А должен что-то член участковой избирательной комиссии иметь с собой, ну, какое-то удостоверение или как-то форма одежды, допустим, должна быть специальная? У них будут обязательно с собой удостоверения, и они не имеют права агитировать. Они будут просто приглашать на выборы и уведомлять о том, куда именно прийти в день голосования. Также хочу обратить внимание, что с 29 августа граждане, избиратели, которые плохо себя чувствуют, которые не могут самостоятельно прийти на участок в день голосования, могут подать заявление в участковую избирательную комиссию для того, чтобы члены комиссии пришли к ним. По какому телефону это можно сделать? У каждой участковой избирательной комиссии есть свой телефон. Люди будут уведомлены об этом. Ясно. Тогда еще хотелось бы поговорить о системе «Мобильный избиратель». Что это такое? Мобильный избиратель – это система, которая заменила открепительное удостоверение. То есть все избиратели, проживающие на территории Московской области, могут открепиться или прикрепиться именно к тому участку, где они будут находиться в день голосования. То есть они могут проголосовать там. Проголосовать по месту фактического нахождения. Большое спасибо за интересную беседу. Напомню, что у нас в гостях была Анастасия Кудряшова, член территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом решающего голоса.